Данил. Где Данилочек? Данил. Я арифметику твою нашла, ты представляешь? Твои самые первые каляки. Ярославская, Ярославная. Пожалуйста. Есть одно очень волшебное могущественное слово. У нас с тобой одинаковые. Мы третью это делаем, не занимаем много времени. Сейчас, так. Так, переворачиваем нашу страничку. Да. Сегодня 24-10. То есть нет, ничего пока не пишем. Отступаем от предыдущей темы две клеточки вниз. Нет, Владислава, где ставишь число? Где ставишь число? Вот у тебя закончилась предыдущая тема. От нее ты отступаешь две клеточки вниз. Что за коляк? 24.10. Ставишь на полях. 24.10. 24.10. Рада заканчивать точение завод? Так. Там мы только начали точить. Ничего, пока не пишешь. Да нет. 24.10. 24.10 на полях. А почему всегда 10, Таня? А? Почему всегда 10? Таня? Потому что месяц 10 по счету октябрь осенний. Да? Да, да, Лена, моя хорошая, все поняла. Молодец. Илья, в твоем случае, смотри. Тема. Ну, это что такое? Ну, почему она в таком виде-то? Вот это я даже травозой посмотреть не хочу. Вот тут ставим на полях 24.10. И вы уже взросленькие, ребятки. Вы уже взросленькие. Смотри, Семир. Вот у тебя строчка. Вот это столбик. Вот так, как я написала циферки, я их написала столбиком. А вот так это строчка называется. Строчку я попрошу тебя на расстоянии одной клеточки прописать циферку 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Попробуешь? Давай. Только циферки должны быть вот такие маленькие, чтобы они в одну клеточку помещались. Угу. Давай, попробуем. Нет, я ничего. Нет. Ты у меня неправильно сидишь. Давай тебя будем приучать тогда. Вот так. Ручку вот так. Спинку вот так. А тетрадь наискосок. И пальчик, вот как Велислава, так же держит. Указатели вот. Вот так. Вот так. Кстати, Александра Лена. А какое слово писать? Илюша, угомонись, мой хороший. Ты у меня первоклассник. И когда я занята немножко, ты должен ждать. Я немного занята, ты видишь, я сейчас малышам дам задание, а с вами у вас тема все как обычно, стандартно. Так, давай, Данюха, строчку через одну клетку. Умеешь ты, умеешь писать цифры? Тебе решать надо. Очень много зависит от посадки, от осанки вообще, очень много. Вот, только одну клеточку отступай между ними, хорошо? Давай. А теперь мне. Так, нет, Илюша, ну, теперь ты должен все вот это прописать. Ну какое слово прописать? Тише. У тебя? Скажи, надо какое. Так, а где? А, не разгадишь, что ли? Хорошо, строму. Открываем. Да, Илья, иди на свой. Душа, я не знаю. Ты не умеешь писать 24.10? Ты заглядываешь в крадит или не правильно? Илья. Давишь, потому что и суетишься очень много. Из-за того, что очень много суетишься, все так получается. Вот это расхлябанное поведение, которое называется, ты знаешь. Присел. Нет, сегодня 3 урока, не 4, как обычно. Сегодня крайний день, я не буду ставить 4 урока. После третьего урока мы пойдем пообедаем.
И вас заберут. Велислава у меня тоже домой уезжает. Не домой, а на тренировку. Простите, ради бога. На тренировку уезжает. Так. Открыли страничку 32. Да, мы с тобой по одному. Да. Илюша, 3-2 страничку открывай. 32. 3-2 страничку открывай. Мы не маленькие, нам можно говорить. Ну, я Илюшу говорю иногда так, чтобы было. Вот. Илюша, страничку 32. 3-3 страница, вот она. Надо немножко закончили. На вот этих. Да. Больше надеюсь, что так. У меня уже здесь. Пустые задачки мы со вторым классом же вчера с вами проработали. Да. Угу. Так, эти примеры под номером 20 мы пропускаем, потому что мы их уже прорешали. Помню. Я свой балдинг здесь оставлю. Мы здесь уже порешали. На 33-й. Мы здесь уже порешали, Александр. Да, я помню, я и смотрю. Так, правда, даже не совкаст любого креста, это мы все прошли, хорошо. Мы переходим. Да. Теперь, переверните, пожалуйста, страничку, откройте страничку 34. Илюша, страничку вперед переверни. Илья, страничку вперед переверни. Вперед. Вперед. Да. Да, не переверну. Ярославна перевернула? Ничего страшного, с Илюшей позанимаюсь. Ну, он у него задание есть свое? 10. Илюша! Мы перевернули страницу. Велислава. Велислава. На 33. Илья. 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 Семир. У тебя есть задачку 34. Обратите внимание на домножки, которые мы видим перед собой. Илья, я тебя оставлю на четвертый урок и разговаривать больше не буду. И делать замечания тоже. Ты знаешь, я не люблю делать замечания. Я люблю жить либо дружно, либо на четвертый урок. Я вижу вот эти вот домножки. Да. Я с уголочкой нормально. Посмотри внимательно, Илья, в учебник. Что? Обрати внимание на доминошечки. Посмотрите, первая доминошка. Сколько, видимо, в ней всего? Три. Вычеркнуто кружочков здесь два. Значит, какой пример мы составим к этому? -2. Чего? 1-2. Сколько всего снова кружочков у нас? 1. Всего, Мирислава. Всего кружочков. Сколько у нас? 3. 3. Итак, кружочков у нас 3, даже вот так, наверное, сделаем. А зачеркнуто кружочков у нас 2. Значит, пример к этой домножке 3 минус 2. Как это? 1 минус 3. Если у нас всего кружочков 3, и вычеркнули, то есть убрали, отняли мы 2. 2. Где ты видишь 1 снова? Погляди внимательно. Ты по генитам открыла у меня? Да. Страничка какая внизу? Назови мне страничку. Какая? Я могу сделать 4. Ну ладно. Так, сколько здесь в общем кружочков мы видим? 5. Посчитаем. 5. 5. А зачеркнули, убрали у нас, забрали сколько? 2. 3. 2. Где ты снова у меня 3 видишь? 2. Почти классно. 2. Два. Зачеркнутых кружочков у нас 2. То есть отсюда следует пример составим вот этой домножки. Какой? 5? Минус 2. Минус 2, верно. А теперь к третьей домножке перейдем. И вопрос уже немного по-другому вам поставлю. Смотрите, кружочков сколько всего мы видим? 6. 6. Зачеркнули у нас, забрали? 3. 3, 2. 3. Ой, 2. 2. А какой пример пишем? Ничего мы не пишем, Илюша, мы внимательно слушаем. Мы работаем устно. Устно это... Мы ничего не пишем. Итак, 6 минус 2. Теперь еще кое-что вспомним. А 6 это четное число или нечетное? Четное. Четное. А число 2 четное или нечетное? Четное.
верно. А число 3? Нечетное. Нечетное, хорошо. А теперь вспомним числовой ряд четных чисел. Кто мне назовет? 6, 10, 8, 10. Хорошо. Рада, а теперь мне назови числовой ряд нечетных чисел. 1, да. Вспоминай. Если сейчас Велеслава назвала 2, 4, 6, 8, 10, это четные числа. Нечетные, да? Какие ты должна назвать? 1, 3, 5, 4, 5, 7, 9. Так. 1, дальше. 3. 3. Еще? 5. 5. 9. 9. А перед 9 еще какое число пропустим? 8. Нет, это еще одно число. Хорошо, приготовили. 7. 7. 7 пропустила. И так. 5. Ладно. Четвертое, доминошки опустили глазки снова в учебнике. Илюша, глазки у нас в учебнике. Илюша, глазки учебника пусти. Я смотрю, что тут учебник. Так ты у тебя свой перед носом лежит. Сколько чисел у нас, дружочка? 9. А зачеркнули у нас сколько? 2. 2, хорошо. Кстати, тут вообще это... Да. Ведь оно четное или нечетное? Нечетное. Нечетное. Правильно так пишет. Семья, выпрямь спинку. Чуть-чуть. Сядь ровно. Почему-то. Данюша, выпрямись. Вот так. А нам надо писать? Нет, мы доминошки эти записывать не будем. Мы переходим к упражнению 29. Посмотрите, первый столбик примера. Все видят? Примеры со знаком минус. Знак минус – это сложение или вычитание? Вычитание. А знак плюс? Сложение. Сложение, верно. Итак, первый столбик у нас на вычитание. На вычитание. Пожалуйста, отступили одну клеточку от числа. Так, о чем? И записываем первый столбик. Вот у вас должно... Да, конечно. Первый столбик на вычитание. А какой первый столбик? Вот этот? 9 минус 2. Да. У вас должно получиться в столбик куда? Слева направо мы пишем. Одну клеточку отступила и первый столбик полностью записала. У вас должно в общем получиться 4 примера на вычитаниях, записанных в ваших тетрадях. Ярославна поняла, где что писать нужно? Все. Как только запишете, сломался, ничего страшного. Ничего страшного, продолжай дальше. У меня конечек оторвался. Она тебе толсто пишет. Ну, не так толсто пишет. Нормально, это точи сейчас, это опять надолго. Мы займемся этим на переменке, прям полностью подточимся карандашики. Ты с решением сразу записываешь? Ну да. А помнишь, сколько расстояний мы пропускаем? Одну клеточку. Дальше. Ярославна, поняла, где что записать надо? 4 примера на вычитание должно получиться. 4 примера на вычитание. Ты у меня как-то пишешь, что как это. Мне очень удобно так писать. Давай вот так сделаем. Давай вот так. Оп. Совсем что-то так, Данюха, ой, что происходит, мальчишка. В сторону. А она у тебя вообще в другую глядит? Я тебе написала троечку, которая глядит на Илюшу, а ты мне рисуешь, сидишь, пишешь, которая глядит на Даню. Мне надо, чтобы у тебя вот, как вот эти первые, они все глядели на Илюшу. Понятно? Глядит на Раду. Илюша. Что это будет? Ты почему у меня пишешь здесь? Где записал ты число? Вот. Я говорю, как
ученица. Я просто зевнуть хотела. Ну, тоже зевнула, теперь сядь правильно, как ученица. Все, долго зеваешь. Где надо? А, стоп, стоп. Хотела вам подольше времени. Вот поэтому-то и не получится разгонять подольше, как я хотела. Ладно. Маргарита, вам пожалуйста. Оля, пожалуйста, по одному. Оставь пока сейчас, придешь со своими. Я их буду оставлять. А где все остальные? Вы заходите, что-то подходит. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. 4, 5, 6. Еще и фильм Ярославна. Они заберешь на бой. Знаешь, что сделать?
я не знаю, вот на каникулы. А все равно. Начиная отсюда, вот начиная вот. Ну, у меня есть вообще. Переходишь к словам. Вот это нужно сделать дома. И... Так, вот эти элементы разминки ты уже можешь пропускать спокойно. Так, вот это. Вот отсюда, вот до сюда. Так. Давай же отработаем вот так. Вот это два слова пропустишь. А вот до сюда все, что с буквой Ж, полностью пропишешь, отработаешь, на него Ж. Вот, потому что если у тебя еще недочет, с длинной ты отработаешь, хорошо? Вот получается, вот тебе дают три задания на букву Ч. Смотри! Так. И сейчас уже не дать. Да, на букву Ж и немного в разнопрос просто попишешь слова. На Б. Друзья, нашему ближнему окружению, потому что мы уходим на каникулы. Я сделаю. Кстати, а можно как-то в прописи найти маму? Я тебе сейчас все покажу. Прописи. Александра Олеговна, я мне родила. Смотрите. Подходит к концу наш осенний период. Уже вы придете ко мне учиться 1 ноября, в последний месяц осени. Это наша последняя, заключительная, какая-то вот такая поделочка, рисовашка, связанная с темой осень. Мы уже с вами поделали замечательные из природных материалов. Делали. Да. Не зиму делали. Мы с вами делали поздравительные открытки на день учителя. Мы тут только что убирались. Мы тут только завтра убирали. Вчера. Вчера. Сейчас почему-то складывают. Мужчина, у вас синдром деловой колбаски. Вам нужно взять карандаш и идти присесть за вашу парту. Разукрашивают сердечки, внутри него сердечки. Смотрите, материалы, которые мы можем использовать, любые. Здесь это ваши курсы, вы знаете, что я никогда не ставлю ограничений здесь. Если конкретно, конечно, мы что-то делаем, другой вопрос. Сегодня краски, карандаш. Вот. И все. Не проливайте бельё, они все стоят в стопочке. Где у нас, кстати, пачка фломастеров была новая? Эти все вы раздевали. Где еще одна? Не устроила. Они осеннюю открытку. Вячеслава. То есть на день Валентина. Да. Кстати, мы сегодня утром для Анагаракса. Да.